Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Найдите частное 0,7 разделить на 0,3. Так как при делении десятичной дроби на десятичную дробь переносят запятую на столько знаков, сколько их в делителе, то есть переносим запятую и в делимом, и в делителе на один знак, то есть будем делить 7 на 3. А это нельзя будет представить в виде десятичной дроби. Мы, значит, представляем в виде обыкновенной дроби. Это 7 третьих. А в десятичной дроби нельзя представить, потому что знаменатель 3 имеет делители, отличные от 2 и 5. То есть 3 делится только на 3. Можно выделить целую часть. Получаем 2,1. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.